июня. Ну вот продолжаю запуск форелы с нуля. Я показывал уже свою баночку, видео предыдущее. Вот такой результат. Есть у меня снимок вчерашний. Она еще была такая бледненькая. Вот буквально за сутки видно, как раствор резко позеленел. И нет никакого смысла выращивать дальше, держать этот растение, послен, держать его в баночке, выращивать конкурентов, чтобы он там пенилось. Достаточно его очистить и запустить питание чистое, новой чистой водички, сделать несколько пересевов, и вы получите чистую культуру. Что касается эвглены и всех сопутствующих водорослей, паутинистых и так далее, если вы даете приоритет в питании именно для хлорелы, то все остальные микроорганизмы, они просто будут как бы в загнутом состоянии, то есть они присутствуют, но они не будут развиваться. И в итоге никогда они не будут доминировать. Как видите, вот корешки послена имеют такой, сразу же новые корешки пошли, кстати, в этой водичке по всему растению. Ну, это послен, так он себя ведет. И он уже зеленый. То есть корешки растут как бы вместе с хлорелой. Питательных веществ было достаточно, как и для растения, в данном случае для корешков, так и для развития резкого, бурного хлорелы. Я немножко скорректировал pH, и все прекрасно работает. Вот, как видите, там даже цветочки, то есть это послен. Я не знаю, что еще проще. По-моему, проще уже ничего. Проще, наверное, сходить в магазин. Это моя хлорелла, таких, которые я поддерживаю регулярно. Запущу следующую. Посмотрю, чем они будут отличаться друг от друга. Ничего я не замечу. Разницы не будет. То есть вы можете буквально за месяц наращивать кубометры, бассейн, запрудить этой хлореллой. Она будет прекрасно жить. Вы просто в бассейн вливаете ее из бочки. В бочке она развивает, особенно в прозрачной, такой полупрозрачной, очень интенсивно. Ну, просто цветет она хлореллой. Был, к сожалению, я не делал эти снимки, нет у меня этой емкости. Ну вот поверьте на слово. Эту хлореллу я поддерживаю, она у меня уже давным-давно, у меня есть и другие. Прекрасно она себя чувствует в летнее время. Ну, все, что я могу сказать. Очень простой способ и метод. Пользуйтесь. Всем удачи.